Салам алейкум, всем и доброго дня, ребят. Небольшая тема пошла, что в Дагестане снег не горит, то есть не плавится. Попробуем сделать небольшой эксперимент с этим снегом. Вот снег у нас уже тает, вот он уже почти мокрый. Сейчас клубок сделаем, не будем поджигать, будет ли он плавиться или нет. Итак, сделали клубок снега. Сейчас мы его вот так поставим, чтобы держать удобнее было. Теперь берем и поджигаем его. Все говорят, что он должен плавиться, то есть капать. Смотрим. Кто законы физики и физику изучал в школе, те скажут, что он должен сразу плавиться и капать вода. Но сначала снег как бы сжимается, жидкость собирается, а при избытке он начинает капать, поэтому он сразу не будет капать. Это не лед, это снег. Так что ничего странного в этом нет. Это просто законы физики. Влага собирается. Когда избыток влаги будет, только тогда начнет капать. Что я хотел заказать? Так что в Дагестане нормальный снег.